1 листопада в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. Разом з ними на українських дорогах з'являться нові знаки і дорожня розмітка, зміняться правила зупинки та стоянки автомобілів. А ще на шляхах облаштують діагональні пішохідні переходи та, на радість велолюбителів, велодоріжки. Як сприймають дніпряни нові правила, запитаємо в наших народних експертів. 1 листопада нові правила дорожнього руху, як ви ставитесь до цього? Без різниці взагалі. Ми їх не знаємо. Діагональні? Так. Это как мы любим. Когда нужно не по прямому углу идти, а когда вот так раз и навкосеньку. Да, замечательно. Про правила дорожного движения, конечно, не в курсе, в чем там суть изменений. Хотелось бы сначала узнать, в чем изменения, чтобы как-то понимать, как ты относишься. Я же как бы не знаю, о чем мы говорим. Про диагональные переходы тоже интересно. Посмотрим, как в действии, не знаю. Я не знаю еще, покуда еще неизвестно, как к этому относиться, что изменится. И... Мнение, чтобы вы мне всегда были здоровы, самое главное. Положительно. А что вам понравилось? Все хорошо, все красиво. Велосипедистам есть где кататься, и знаки для них специальные повесили. Все, что я знаю. В принципе, положительно, кроме одного момента, где ширину дороги надо на глаз определить, с какой скоростью я буду ехать из-за тоненькой полосочки, из-за разницы в там сколько там, 5 миллиметров или сколько? Вообще бомбезно. Скоро перейду в другое место жить, куплю себе велик и буду ездить только на велосипеде. Машина дорого. Не хочу на машине много ездить. По поводу новых знаков я не мониторил, я еще не в курсе. А для велосипедистов, ну, это правильно, надо делать. Ну, я думаю, это правильно, в принципе, что будет отдельная полоса для велолюбителей. Ну, я 50 лет езжу уже, сынок, 51. Все правильно, а что? Надо, чтобы скорость еще сделали в городе, чтобы все додерживались 50 километров. Ты посмотри, как гоняет. Еще не прочувствовали. А слышали об этом? Да, конечно, читали. Это нужно, как вы считаете, ваше мнение? Скоростной режим обязательно. Ну, я думаю, что нужно. Я не в теме, простите, я на работу. Как вы относитесь к новым правилам дорожного движения сегодняшнего дня? Положительно отношусь. Это то, чего не хватает. Постоянные споры между водителями, между пешеходами и велосипедистами. Это то, чего очень не хватает у нас в городе. Они интересовались. Но только на самокате. Да, 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 иногда. Ну, интересовались этим вопросом, об этом не знаю. А як же? Ми ж в Європу йдемо. Так, добре ставлюсь. А що? Чули, чули. Є користь, а є просто лишнє. Доброго дня. Що ви знаєте про нові правила дорожнього руху? Ми не водителі. Я вже давно за рулем. Ну, там і для пішоходів. Без поняття, без поняття. Ребята, років 20 вже за рулем не був. Я їх ще не до кінця не ізучив. Я знаю, що багато знаків нових, багато розміток нових. На штрафах почувствуємо.